Видео немножко из другой реальности. Мы даже не ждем в общей зоне. Вот там вот общая зона по билетам. А здесь ресепшн отеля, играет музыка. Все охлаждается. Чинно, красиво. Мы ждем наш кораблик здесь. Очень так миленько, прохладненько. В реальности отсюда кажется совершенно другой. Даже такое ощущение, не слышен шум, нет запаха. В общем, лирично и романтично. Вот вся наша группа, 4 человека. Мне уже все нравится. Мир Перлах, вон там ресорт. Вот Алексей, он поедет с нами. Милый такой потолок. Вообще, мне тут все нравится. Вьетнамские газеты новостей. Нюха с цветом, не знаешь, что совпало.